Здравствуйте, с вами Наталья Агапова, бизнес-тренер, психолог, коуч и владелец салона красоты «Я» в городе Иркутске. И этот видеоотзыв на тренинг «Чем заниматься, чтоб не задолбаться». Это тренинг Павла Колесова. Мне порекомендовал его мой знакомый, с которым я общаюсь в интернете. И сомнения купить или не купить у меня не возникло. Мой вопрос был на поиск дальнейшего своего развития и нового направления в построении бизнеса. От самого тренинга я осталась довольна. Он немного меня притормозил, заземлил. Так как я очень активный человек и постоянно нахожусь в поиске новых идей и новых видов заработка. И как-то в этой суете я забыла, что жизнь идет прямо сейчас, что радоваться нужно уже сегодня и пользоваться тем, что я заработала, получила, приобрела, нужно прямо сейчас. Я увидела в процессе тренинга, что то, чем я занимаюсь, реально мне нравится. Меня от этого прет, штырит, я получаю от этого огромное удовольствие, но нужно жить в гармонии со своей душой, телом и разумом. Я бы сказала, не напрягаясь одной мыслью, как заработать, а получая удовольствие от жизни. Рекомендую этот тренинг пройти всем, особенно молодым. У меня сыну 20 лет, и я прям с большим восторгом рассказывала ему об этом тренинге, так как именно сейчас у него путь, когда он делает выбор, чем заниматься в жизни, чтобы это было интересно, приносило доход и, главное, нравилось. Очень хочется получить VIP-блок этого тренинга, поэтому я делаю этот видеоотзыв. Ставьте лайки, если вам понравилось. С вами была Наталья Агапова, бизнес-тренер, коуч, психолог и владелец салона красоты «Я» в городе Иркутск. Пока-пока!